Есть еще более интересные вещи. Ой, прячемся от нее. Ну, видишь, она нас пытается. А мы от нее спрячемся сейчас. Ой, она нас снимает на видео. Оказывается, что вот ребенку сделал полезное дело. А оказывается, все во вред. А оказывается, все не так. Понимаешь, там дело? Теперь я тебя даже кормить не могу. Еще долго, наверное, тебе нельзя будет давать такие прикормы. Месяца 3-4. Пока там до терток яблок дело дойдет. Не скоро еще. Ну, 4-й месяц, по-моему, да? По-моему, да, где-то. Еще 100 дней до приказа, знаешь? Как зуб появляется. 100 дней до приказа был такой фильм. Так бы я тебе дал бы сейчас жвачку. Сидели бы мы с тобой вместе жвачку свою жевали бы. И все, и кушать бы не хотели бы, жвачку бы жевали. Ты соску, я жвачку. Ну. Ну что ты смотришь на фотоаппарат? А это не сиська. От него тоже толк мало. Как от меня, как от козла молока, как говорится. Кушать. Знаешь, как пальцем показывает? Вот туда, скажи, туда мне надо еду. Вот пока, ну посмотри, ты записываешь, смотри, что показывает. Смотри, как показывает. Хочу кушать, говорит. Кушать, где вот это вот, скажи. Кушать, скажи, хочу. Ты видел как? Да, ну да. Буду сейчас кормить, сейчас отдадим тебя маме. Дадим маме, будет мамочку кормить. Наташ. Да? Ну все, выключай, мама скажет. Пойдем кормить, хватит нас, это самое скажет. Мы на глазах видим, формируются нейронные связи. Идет очень быстрое строительство мозга. Реально. Не шучу. Вот это вот и есть самый тот момент. Я маленькая Наташка. Я маленькая Наташка. Я маленькая. Ой, и постоянно, скажи, всякие фотографируют, да? Обижают маленьких девочек, да? Да что? Бабабошеньку обижают. По головке порой. Обижают маленьких. Ну, что происходит, ты расскажи нам. Как вообще жизнь-то молодая? Складывается. Дугу, да? Складывается, скажи, как жизнь-то? Не просто, да. Не просто складывается, да. Ну расскажи, расскажи. Так, после еды сейчас у нас, скажи, сработает отрыгунчик, поэтому пойдем мыться. Не будем дрыгаться. Не будем дрыгаться, не будем.
Ну все, хватит уже секретный фильм делать. Хватит, скажи. Закрой ей ногой объектив. Скажи, все. Все. Ну пошли. Давай, давай. Давай за пальцем. Быстро. Второй. Второй быстрее. И поехали. Чего? Испачкалось? Ну ничего страшного. Поехали. Опс. Опс. И назад. Ух. Ох. Ух. Ох. Ух. Ох. Ух. Ох. Ух. Леш, кажется, фотографирует. Мяу-мяу, мяу-мяу. Наташа. Хлопает малыш в ладоши. Наташа, пора мыться и надо бросать эту розовую девочку, которую ты забрала. Давай. Бросай. Папа на руках с девочкой. Наташа? У которой в руках девочка. Бросай. 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 Бросай ее. Не бросает. Давай, давай. Бросай ее. Мыться пойдем. Будем мыться. Бросай розовую. Бросай. Бах. Такой вот, бах! Нет, тут держи, скажи. Выключай, мне ее держать тяжело, надо ее переодевать. Все. Подожди секунду, смотри. Вот видишь, я держу корову, и сейчас я ее так вот брошу, бах, и ты давай так же бросай. А я не бросу свою девочку, я свою девочку люблю. Мама, ты замучила нас. Бросай, давай мне сюда. Из-за чайника вылези. Наташа! О, трофей! Скажите, вот что я... В рот тянет! Не тянет. Очень усыпает мед, всякая вещь, и мед, а мед, я никак не...
Правда. Вот так сон пустой. Он предмет пустой. Он никуда не денется. И потому как сон пустой. И потому как сон пустой. Разно выше тянется. Конец своим страданиям и разочарованием. И сразу наступает хорошая погода. Когда не мигая ему, когда ему все равно кому. Только не мне. Мотает день рождения, кожок из меда. Да, идет маленькая. Идет и помогает немножечко, но в основном сама уже. Немножко ноги не знаю, как переставлять. Ничего, перестой. Здравствуйте. Я пришла. Подпрыгнула. Наташа? Наташа! Наташа! Ну все, хватит снимать, мы пойдем яблочек съедим. Золотой орел небесный, чей так светил взор не забываем.